Добрый день. Хочу рассказать вам про один нюанс, про парковку в аэропорту Шереметьево в терминале D. Стоимость парковки 200 рублей в час и действует 15-минутный бесплатный интервал. И далее вы, когда оплачиваете парковку, получается, что эта оплата действует не на час с момента въезда. Она действует еще 15 минут с момента оплаты. Например, я сегодня приехал, привез жену, детей, высадил, отвез чемоданы. Вот. Ну, понимаю, что в 15 минут уже не укладываюсь. Соответственно, я оплатил, вот, и пошел дальше там, по своим делам. Извиняюсь, там, в туалет зашел, проверил, что все, они зарегистрировались, все нормально, и возвращаюсь назад, подъезжаю к выезду. Прошло 45 минут с момента въезда, а мне говорят, снова доплатите. Я нажимаю на кнопочку вызова оператора, он говорит, а с момента оплаты прошло уже полчаса, вам нужно снова оплатить. Я говорю, вы что? 45 минут только прошло с момента въезда, почему еще одна оплата должна быть? А вот вы знаете, у нас на стенде при въезде было написано, что вот 15 минут действует оплата, и в течение этих 15 минут нужно выехать. Вот. В общем, конечно, я сильно расстроился. Вот. И пришлось буквально там чуть ли не выезжать за впереди едущим автомобилистом. И сейчас они хитро сделали второй нюанс, хочу вам рассказать. Они на выезде поставили двойные шлагбаумы. Но все равно вы можете преодолеть эти препятствия, потому что крайне левые шлагбаумы парные, они предназначены для автобусов, вот, длинномерных, да, транспортных средств, и, соответственно, там две машины могут проехать. Вот. И также третий нюанс. Не рекомендую пользоваться лифтами на парковке, если у вас нет с собой багажа, там быстрее по лестнице спуститься, потому что эти очень лифты тихоходные, останавливаются на каждом этаже, это лишнее потраченное время. Еще раз резюмируя, после оплаты нужно выехать в течение 15 минут, даже если у вас не закончился еще час в течение после въезда. Спасибо большое за внимание.